Друзья, сейчас вашему вниманию рубрика «Где нет сценария», и все будет придумываться прямо на ходу. Я хочу пригласить сюда людей, которые помогут мне в этом. Трех импровизаторов: Романа Мещерякова, Владимира Шумко и Валентина Михиенко. Здрасте, 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 здрасте. Сегодня гостями этой рубрики будут ведущие шоу «Рассмеши комика» Игорь Ласточкин и Евгений Кошевой. Здорово! Роман! Привет, Вова! Женечка! Ай! Ай, извини, ай сейчас будет только впереди. Роман, расскажи, что да, будет. Ай, да, ай сейчас будет. Мы сыграем в импровизацию «Рассмеши комика». Женя. Да. Игорь, вы да, сразу можете садиться за этот стол. Мы будем втроем вас пытаться рассмешить. Ну, у меня давайте вопрос. Да. А почему вы будете смешить? Ну, я понимаю, Кошевой, я там обычно сижу, Ласточкин же ведет. Почему вы решили меня не рассмешить? А дело в том, что если нам удастся рассмешить ребят, их будет бить током. Прекрасный вариант, Ласточкин. Спасибо. Хорошая идея. Очень хорошее время. Что будете делать? Вы смешите мы ребят. Будем их смешить. Мы ничего не готовили, так как это импровизация. И если нам не удастся вас рассмешить, то током будет бить нас. Вот да. У меня два вопроса. Да. Значит, кто будет бить током нас и как долго это может продолжаться? На эти оба вопроса я с большим удовольствием отвечу. О, нет! Бить вас током буду я. Вот здесь надо проверить, работает или нет. Надо проверяли. Работает, работает. Что такое? Я просто проверяю на всякий случай. Хорошо, мы готовы, ребят, готовы? Давайте по традиции, перед тем, как начнем. Да. Договоримся, что вы будете смеяться. У них нет вариантов. Все вместе. Три, два, один. Я не хочу идти, я только что понял. Вы готовы? Да. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Значит так, ну что, мужики, давайте поймем по карте, где мы находимся, да? Вот, смотрите, это валет Бубей большой. Вот возле, в районе глаз, вот здесь, смотрите, здесь мы, вот здесь на Бубей, здесь мы... Была улыбка. Была улыбка? Маленькая и улыбка. Этого достаточно. Здравствуйте, молодые люди, я продюсер Даши Астафьевой. Вы не видели сисю тут, не? Мы тут потеряли. А, вот она, но она... Можно идти, да? Да, 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 давай, давай, давай. Я ваш официант сегодня. К вам, как всегда, лысый журжавль и ласточки. Значит, добрый вечер, ребята. Добрый вечер. Вот, 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 вот моя рука, смотрите. Вот и так целую жизнь, представляете? Вот так вот хожу к ней. Я понял, кличка Лего у меня. Лего, чего ты? Я только начал. Хватит! О, такое лицо у жены во время секса. Надя, ты? Тебе снова... Мужики, здорово. Ты улыбался? Здорово, сиплый. Здорово, балабонь. Мужики, короче, сегодня побег делаем. Побег, что выбираем? Кукурузу, початок? Что мы побег делать? Ладно, это наши тюремные шуточки. Я, наверное, оденусь. Ну, как бы, чтобы сгладить конфуз. Сгладить конфуз. Ну не надо! Не улыбайся. Знаешь, что это за татуировка? Это Игорь Ласточкин над гнездом кукушки. Я думаю, там одно место квадратиком закрасить. Там просто. А что, я же не смеял? Сделай! Сделай! Да хватит! Здравствуйте! Добрый вечер! Здравствуйте! Добрый вечер! Моя бабушка, это вы? А ну еще сделай! Добрый вечер.
Добрый вечер, Матильда Джук. Добрый вечер, Нина Ивановна Саранча. Я рада, что вы пришли ко мне в мой колхоз, чтобы посчитать стихи друг дружки, пока мы без одежды. Итак, лето, солнце, угарный газ, лисица хитрый смотрит на нас. Что ты в нос запрятал, желудь? Доставай скорее, в омут бросим мы, закружит танца. Мужики, мужики, там татары идут. Вам что-то брать? Не, ничего. Люда, это по-чешски и иди в страху. А ну и все. Я знаю. Это кабинет... я чё, я? Что? Нате, ребят, держи. На, ешь, 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 ешь. Вот, а вы говорите, я после собаки не убираю. Давай, давай. Я не пойду, можно я не пойду? Иди, 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 пожалуйста. Я не пойду. Значит так, я тетя Олег... Значит, я хочу, чтобы вы все переделали. Вы же эти, как его, врачи-геи? Значит так, при мне во время операции не сосаться. Или наркоз мне. 37, смешно? Весь этаж хохотал. Давай! А вы акушер, я пришел правильно, знаю. Ой, пришла. Помогите мне. Помогите. Я не пойду, я не пойду. Иди, Валик, уже будем заканчивать. Уже будем заканчивать, не переживай, они засмеются. Мужики, ну там по 200 гривен натуралам дают, которые встанут со стульев. А, вы по этим делам, я понял. Давай. А! Нет, Слава. Ребят, я, короче, собаку потерял. А, ты здесь, слушай. Здорово. Прикольно смеешься, собачий смех зачитать. Есть. Здравствуйте, я ваш художник. Можно головы ближе? Я все-таки грудь рисую. Хорош. Мужики, только что ходил в поле. Бумага есть? Нет? Нормально, я молоко принес. Есть что-то потолочь, масло сделаем. Масло сделаем, чтобы, ну, загорело сильно у тебя голова. Надо, да, можно сильнее, можно сильнее. А, да, вот так! Давай я тебя ударю. Ты смеялся? Ой! Это вы ж вдвоем, вы ж друзья. Ой! Да я ж не смеялся! Да я ж тоже твой друг. Смеялся ты, да? Извини, хватит смеяться. Последняя шутка. Кто чемпион? Да, и... О, спасибо за накал. Люда. А, ты здесь? Людмила, значит... Собака и Люда, у него все одни. Собаку так зовут. Люда. Люда. Видишь, работает кнопка Люда. Значит так, Людмила. Еще раз... Придешь ко мне домой, значит, это тоже твой дом. К тебе. Значит, прошлый раз ты меня заправил 95-м. Давай заправляй машину, а не меня. Это раз. Второе. Твои глаза. Вот они, рыбьи глаза, как вы и заказывали. На еще. Ну, что ты выбрасываешь? Вот, Жека. Я тебе жму руку. Когда меня ударит током, тебя тоже. Давай. Работает. Все? Дорогие друзья, ваши аплодисменты. Браво! Браво! Они это выдержали. Мне нравится. Женя, ну хватит. Молчите все. Все, конец. Ты Евгений Кошевой, Игорь Ласточкин. Роман Мещеряков, Володя Шумко и Валентин Михиенко! Спасибо! Спасибо!